Итак, всем привет! Недавно к нам пришло 10 тысяч рублей благодаря вам. Одну из покупок на 10 тысяч рублей мы купили вот такую вот большую коробочку от My Little Pony. Там 16 сюрпризов и 9 поняшек. Ну что, поехали? Да! Давайте сначала рассмотрим эту коробочку. Вот тут принцесса Селестия, Искрика, Рарити. Я думаю, что дальше вы знаете. Вот тут вот Рок. Вот. Тут уже написано, что тут 9 поняшек будет. Ну что, давайте уже распаковывать. Хорошо. Что там соплизанули? Так, что там, коробочки у нас? Не знаю, что там. А вообще вы пишите в комментариях, что лучше нам всего приобрести, что лучше распаковать. Давай сначала принцессу Селестию. Какая она красивая. Она вся шиммер, смотри, какая блестящая. Да, не нравится тебе? Дальше у нас Искорка. Вот тоже такая блестит. Сестра уже достала Рарити. Можно посмотреть. Покажи, пожалуйста, какие они маленькие, миленькие. Я не знаю, что там, только посмотри. Так, еще. Белые. Там у Искорки был кусочек тортика. Тортик у Искорки? Это же не Пинки Пай. Она украла. Какой кусочек. Кто это, Дэнни? Даня, кто это? Это Ладуга, она попала в первое тоже. Только она первая попала. Ну-ка, давай. Тут еще есть пакетик с Флаттершай. А мне кажется, я вижу Флаттершай. Смотри, кто это? Какая она милая. Ой, а это кто? Это не знаю. Это поняшка Диджей? Но я слышала, то, что она никогда наушники не снимает. Это первая коробка. Стой. А тут у нас Пинки Пай. Сейчас драка будет. Покажи Пинки Пай. Вот она. Покажи, Пинки, пожалуйста, нам, Дэнни. Покажи. Вот Пинки она Пай. Такая кудряшка, как у меня, может. Может, как у тебя кудряшки? Ой, все ты. Стой, подожди. А вам не кажется, что это похоже на домик? Смотрите, девчонки. Да, вот там первые самые. И вот тут. Смотри, вот это еще же домики. Так, а кто там? А где же сюрприз? Это няня Искорки. Я забыла, как ее зовут. Няня Искорки. Как ее зовут? Кто нам напомнит, как ее зовут? Пишите в комментариях. Да, как ее зовут? Да? Илана. О, еще Эпплджек. Где? Покажи, пожалуйста, нам Эпплджек, Дэнни. Так, давайте дальше раскроем. О, я выберу. Так, должно быть 9 у нас поняшечек. Так, у меня вообще. А что такое 16 сюрприз? О, смотрите. Ой, там что-то есть, какой-то бонусик. Это Трикси. Трикси? Да, могущество. О, подожди, нам принцесса Луна. Смотрите, кстати. Ой, сколько у нас. Ух ты. Это домик Пинки Пай. Это похоже на все. Мне кажется, что это все похоже на какой-то большой дом. Угу. Так, что все? Она у меня. Пара-пара-па. А, ой, смотри, Дэнни, смотри, еще. Это не которая такая смешная, козоглазенькая? Это вроде она. Как будто, смотри, какой-то у нее конфетка какая-то на челке, нет? Или это просто грязь? Так, ну посчитаем, сколько всего у нас пони. Много пони, потому что они у нас много попались. По-моему, их даже больше, чем 9. 9? Хорошо, что такое 16? Смотрите, у каждой. А, может быть, у каждой понюшки свой домик. А нет? Может быть, это всего и сюрпризов поняшек. Так, ну. Сейчас. И что мы? Ну-ка посчитаем давай. Дэнни, давай считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, девять. Как ты прекрасно считаешь. Просто прекрасно считаешь. Так, сейчас мы вместе с девочками сделаем и посмотрим, что у нас получилось. Итак, у нас получилось
получается то, что у нас... Да, мама. Итак, у нас получается то, что у нас 12 поняшек и 12 вот таких вот. Данюш, покажу, у тебя еще пони. И 8 вот таких вот штучек. Твоя любимая рарити. Да. Нет, это флакон твой, Пинки Пай. Ты любишь этих поняшечек? Да. Мне нравится 20 лучше. Сюрприз, сколько вышло? Так, всего вот этих и поняшек, и сюрпризов 20. Вот так, этих а сюрпризов 8, а поняшек 12. Тара-тара-та. Может, у нас какие-то двойные бонусы получатся? Итак, ребят, этот набор мы купили в детском мире. Да? Советуем всем покупать этот набор? Да, мы купили, и это на имя таких куколок. Кукол, ты довольна набором? Да! Молодец! Все, дорогие, всех любим и целуем.